Приветствую вас всех садоводы и огородники моего канала. И сегодня я вам хочу рассказать об одном очень хорошем натуральном органическом удобрении птичьим куриным пометом. И покажу, как его легко приготовить. Вот здесь вот у меня куриный сухой помет. Ему уже где-то полгода. Птичий помет по своим удобрительным качествам превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям. Птичий помет быстро теряет свои ценные вещества, особенно азот. За 1,5-2 месяца хранения в кучах из помета улетучиваются более половины азота. При быстром высушивании или компостировании потери азота можно сократить. Вот я его заливаю водой. Сейчас я хорошенько его перемешаю и добавлю уже до вон той дырочки еще воду. По химическому составу птичий помет относится к числу лучших видов органических удобрений. Наиболее ценным считается куриный и голубиный помет. Менее ценным – утиный и гусиный. Наиболее эффективен птичий помет при использовании в жидких подкормках. Для приготовления раствора емкости на 1/3 заполняется пометом, затем заливается водой, закрывается крышкой и настаивается неделю, можно более. Далее раствор вторично разбавляется водой 1:10 пропорция. Из чего состоит у нас куриный помет? Марганец, цинк, кобальт, медь, железо, азот, калий, магний, фосфорная кислота, бор, сера. Как видите, компонентов очень много. Это очень хорошее органическое удобрение. Всем рекомендую им подкармливать. Всем вам больших хороших урожаев. Пока-пока.